Студия «Реклам.ру» представляет вашему вниманию коллекцию ростовых фигур для оформления кафе и ресторана, чтобы привлечь дополнительное внимание посетителей и клиентов. Это ростовая фигура повара. Она выполнена в натуральную величину, смотрится очень реалистично и ярко. Довольно-таки привлекательный маркетинговый инструмент на рынке среди ваших конкурентов. Ростовая фигура повара с пиццей. Его можно разместить около пиццерии, либо около любого заведения общественного питания. Рекламная фигура повара может быть оборудована специальной доской, на которой вы можете размещать информацию, которая заинтересует ваших клиентов. Например, это меню вашего кафе, либо информация о скидках. Фигуры выполняются из очень прочного и надежного материала – стеклопластика. Поэтому вы можете смело их устанавливать на улице и не бояться никаких погодных условий. Реклама пиццерии и кафе требует уникальных подходов и нестандартных решений. Чтобы выделиться среди конкурентов, нужно использовать необычную рекламу, например, фигуру картошки фри, либо стоппер в виде пиццы. Они точно привлекут внимание клиентов своими необычными формами и вкусной раскраской. Мы можем предложить вам индивидуальный дизайн, то есть нанесение логотипов или названия вашего кафе или ресторана абсолютно на любой поверхности. Фигуры обладают антивандальными свойствами. Вы можете смело устанавливать их около входной группы, не боясь, что за ночь с ними что-то случится. Студия «Реклам.ру» разработает для вас самую необычную и интересную рекламу и поможет выделиться среди конкурентов в столь обширном бизнесе. Бизнесе.